это для вас. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала, всем приятного просмотра. Сегодня с вами посмотрим, покажу, расскажу, какие у нас скидочки подлетели новые, самые вкусные до 21 апреля. Полетели, и будем смотреть все на примере группы нашей, которая называется Xbox Store Dreams. Первая ссылка для вас в описании, смотрите, заходите. И попутно, пока я спускаюсь по стене, покажу вам, что у нас самая низкая цена на Game Pass Ultimate, также есть аренда, и вы можете купить у нас вообще любую игру из Xbox. Плюс далее, для всех подписчиков группы мы недавно провели опрос на бесплатную игру в аренду. У нас победил Cyberpunk 2077, так что если еще кто-то не подписался, пулей залетаем в группу, нажимаем подписаться и ждем, когда появится возможность получить Cyberpunk 2077 бесплатно в аренду. А теперь, собственно, по скидкам. И как раз таки открывает наши самые лучшие скидки, на наш субъективный взгляд, Cyberpunk 2077, и стоит 1450 рублей России, либо 59 белорусских рублей. Это самая низкая цена за все время, скидка составляет 50%, и скидка до 21 апреля, как я и говорил ранее. Далее, GTA 5 оптимизирована для консолей нового поколения и стоит 1300 рублей России, либо 53 рубля белорусских. Это также самая низкая цена за все время и 50% скидки. И у нас доступна обычная версия GTA 5 Premium Edition, и цена 800 рублей России, либо 33 белорусских рубля. То есть она не имеет оптимизации для новых консолей. Red Dead Redemption 2, цена 1000 рублей России, также самая низкая цена за все время, и 41 белорусский рубль. Скидка составляет 67%. Игра Sekiro Shadows Die Twice, издание «Игра года». Самая низкая цена за все время – это 1650 рублей России, либо 67 белорусских рублей. Скидка составляет 50%. Tomb Raider Trilogy, цена 1050 рублей России, либо 43 белорусских рубля. Скидка составляет 60%. И снова к нам залетает Mafia Trilogy, 950 рублей России, либо 39 белорусских рублей. Также самая низкая цена за все время и 60% скидки. Metro Saga Bundle, самая низкая цена за все время, и это 400 рублей России, либо 17 белорусских рублей. Скидка составляет 80%. И вот такой жирный у нас Cuphead, всего за 550 рублей России, либо 23 белорусских рубля. Скидка составляет 20%. И дико залетает с ноги, как твоя бывшая, Far Cry Антология Bundle. 2200 рублей России, либо 89 белорусских рублей. Скидка составляет 75%. Также доступен Far Cry 6 по цене 950 рублей России, либо 39 белорусских рублей отдельно. Это самая низкая цена за все время на эту отдельную игру. Скидка составляет 75% также. Diablo 3 Eternal Collection, 600 рублей России, либо 25 белорусских рублей. Самая низкая цена за все время, и скидка составляет 67%. Assassin's Creed Ezio Collection, самая низкая цена за все время, и это 550 рублей России, либо 23 белорусских рубля. Скидка составляет 70%. Далее Assassin's Creed Triple Pack, в который входит Assassin Unity, Syndicate и Black Flag. Это самая низкая цена за все время, составляет 600 рублей России, либо 25 белорусских рублей, скидка и минус 75%. Call of Duty Black Ops Cold War, самая низкая цена за все время, и это 1200 рублей России, либо 49 белорусских рублей, скидка 67%. Далее Call of Duty Modern Warfare, 1000 рублей России, либо 41 белорусский рубль, самая низкая цена за все время, это 67% скидки. Assassin's Creed Valhalla, самая низкая цена за все время, это 1200 рублей России, либо 49 белорусских рублей, скидка 67%. И далее у нас Assassin's Creed Valhalla, также плюс Watch Dogs Legion, пакет такой, и это самая низкая цена за все время на такое издание, это 1650 рублей России, либо 67 белорусских рублей, скидка 75%. И также вы можете купить отдельно Watch Dogs Legion Deluxe Edition, самая низкая цена за все время, 750 рублей России, либо 31 белорусский рубль, и скидка 85%. Дешевле не было. FIFA у нас в двух вариантах. Для Xbox One самая низкая цена и 1250 рублей России, либо 51 белорусский рубль и минус 70% скидки. Также доступно издание для Xbox One и Series, и цена 1800 рублей России, либо 73 белорусских рубля, и скидка 60%.
Alan Wake Remaster 700 рублей России, либо 29 белорусских. Самая низкая цена за все время, и это минус 55%. Rayman Legends. Самая низкая цена за все время, и это 300 рублей России, либо 13 белорусских рублей. Скидка составляет 75%. Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Самая низкая цена за все время, это 450 рублей России, либо 19 белорусских рублей. Скидка составляет 80%. Залетает нам две части Little Night Mers, первая комплект Edition и самая низкая цена 350 рублей России, либо 15 белорусских рублей, скидка составляет 75%. Также скидка на Little Nightmares 2 450 рублей России, либо 19 рублей белорусских. Также самая низкая цена за все время, и это минус 67%. Быстрая Assetto Corsa. Самая низкая цена за все время, и это 300 рублей России, либо 13 белорусских. Скидка составляет 80%. Далее шутер Call of Duty Infinite Warfare Digital Legacy Edition. Самая низкая цена за все время, и это 850 рублей России, либо 35 белорусских рублей. Скидка составляет минус 60%. Dying Light первая часть The Following издание. Самая низкая цена за все время, это 450 рублей России, либо 19 белорусских рублей. Скидка составляет 70%. Saints Row Gold Edition 2850 рублей России, либо 115 белорусских рублей. Скидка составляет 40%. Игра доступна на Xbox One и Series. Далее у нас два варианта NHL 23 года. Первая доступна для Xbox One и Series. Это самая низкая цена на него. 1800 рублей России, либо 73 белорусских рубля. Скидка составляет 60%. Либо издание только для Xbox One. И также самая низкая цена и составляет 1600 рублей России, либо 65 белорусских рублей, минус 60%. Need for Speed Unbound. 3700 рублей России, либо 149 белорусских. Также самая низкая цена за все время и минус 50% скидки. Mortal Kombat XL, то есть 10-й. Самая низкая цена за все время и 450 рублей России, либо 19 белорусских рублей, минус 80%. И закрываем все это игрой Remnant from the Ashes. Самая низкая цена за все время и составляет 450 рублей России, либо 19 белорусских рублей, минус 60% от стоимости. И это, на наш взгляд, самые лучшие скидки на этой распродаже. Также вы можете ознакомиться с полным списком всех игр у нас в разделе «Актуальные скидки» здесь, либо сверху вы можете увидеть кнопочку «Sale» и туда зайти, и там как раз таки все скидки актуальны на данный момент. Их обновляет Радомир Агро, Гельмудинов красавчик, нам всем помогает. Также у нас доступна бессрочная аренда, и конкретно мы начали с игрой Resident Evil 4 Remake Deluxe Edition издания, то есть самое лучшее. У нас ребята уже все это берут, все прекрасно, все счастливы. Торопитесь, количество мест ограничено. Если вы в нашем магазине впервые и волнуетесь купить, не купить, не волнуйтесь, просто заходите в отзывы, почитайте, как тут все здорово, прекрасно, замечательно, и вообще самый лучший магазин на свете с замечательными ценами, и возвращайтесь на главное, пишите нам, и мы вам поможем. На этом все, друзья. Напомню, что у нас был опрос на аренду бесплатной игры. У нас победил Киберпанк 2077. И торопитесь, залетайте в группу, становитесь в очередь, чтобы успеть занять свое место и получить игру бесплатно. И также у нас будет расширяться далее аренда. Если кто не знал, аренда у нас бесконечная. То есть вы покупаете аккаунт, он навсегда ваш. А цена очень-очень-очень приятная. На этом все, друзья. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Играйте выгодно и с удовольствием. Пока-пока.